И сейчас будем ждать. А, ну давай, ускоримся. Сколько? О, что-то у нас это, ускоритель. Ребята, я не знаю, сейчас долетит или нет. Ой-ой-ой-ой, долетели. О, хорошо, тихо. Давайте немножко. Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дуда Плей. И мы начинаем играть в игрушку Car Stunt. Impossible Stunt. Невозможные трюки на машинках. У нас есть вот такой вот автомобильчик. Оранжевенький. Который мы, ребяташки... Ух ты! Проехали, замечательно. Мы едем по дороге. Ну, в принципе, несложная игрушка. Но я думаю, трюки... Ой-ой-ой, перевернулись, да ну? Так, все, едем дальше. В принципе, несложно, но... Потом, я думаю, будет усложняться, конечно же, уровни наши, ребята. Так, миссия выполнена, давайте следующий. Следующий уровень. Сейчас посмотрим, что будет на следующем уровне, на втором. Ну, я думаю, уже будет сложнее, ребята, намного сложнее будет проезжать. Я не знаю, что там на 10-х уровнях будет, это вообще, наверное, жесть какая-то. Но мы попробуем проехаться. Так, второй уровень, ребята, едем. Вроде бы не сложно все. Так, сейчас будет прыжок. Так, тут еще ускорение есть? Или нет? Вот это что такое? Ну, типа ускорение, но оно почему-то не работает. Ладно. Подождем. Так, опять прыжок. Мы где-то прям в городе едем. Долетим, нет? Ё-моё, практически чуть-чуть бы не долетели бы. Слушай. Скорость у нас под 200 километров в час идет. Это очень даже таки... Да, ребята, это ускорение. Это, ребята, ускорение. Но мы не проехали, представляешь? Офигеть, разбились. Миссия failed. Мы не смогли пройти. Давайте рестарт сделаем. Вот я сказал, что вторая будет миссия сложнее, чем первая. Так оно и есть. Без ускорителя никак, ребята. Ускоритель надо использовать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 280 километров. Что, правда, что ли? Реально? Так, давай еще ускоримся. Да, проехали хорошо. Надо нам ускоряться постоянно. Так, а ускоритель, он бесконечный или как? Да, вроде бы бесконечный. Это очень хорошо. Все, проехали мы. Второй прыжок. И сейчас будем ждать. А, ну давай, ускоримся. Сколько? О, что-то у нас это, ускоритель. Ребята, я не знаю, сейчас долетит или нет. Ой-ой-ой-ой, долетели. О, хорошо. Тихо. Давайте немножко приостановимся. Все, поехали. С ускорением. Нам главное сейчас пролететь. Ой-о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 й. Сколько у нас там? 200 километров в час. Давай. Все, проехали. Совсем чуть-чуть у нас было. Представляешь, совсем чуть-чуть. Все, завершили миссию. Давайте, следующую. Третий уровень, ребята. Я не знаю, что будет в третьем уровне. Но, я думаю, будет намного сложнее, чем первые два. Первый уровень, я так понял, был ознакомительный. Так, все, едем, поехали. Старт. Мы уже... Начинается. Мы, ребята, уже в новой локации. Ой-о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 й! Не справился с управлением. Просто-напросто меня занесло. Здесь спешить, оказывается, не надо. Надо аккуратненько ехать. Так, эти мы проезжаем, фигли. Все. Теперь надо аккуратно. Ой-ой-ой-ой, врезался, ладно. Едем. Так, тут у нас всякие стоят штуки. Ой-ой-ой-ой-ой! Вау, упал. Так, делаем рестарт. Да. Вот это уровень, да, ребята?
Ой, как ты считаешь, проедем мы сейчас или нет? Если сильно не гнать, конечно. Так, потихонечку. Ой, смотри, опять мы разбились, ребята. Нифига. О, подожди, а я думал, там можно было там ездить, нет? Точно, да, называется? Impossible. Ух ты! У нас еще какая-то машинка, смотри, появилась. Я первый раз такое вижу. Ее же не было. Мы одни вроде бы тут гоняли. Так, ускоритель не будем использовать. Так, здесь нам эта штучка притормозит немножко. Наш автомобильчик. Может быть, мы заработаем побольше денег и купим какой-нибудь другой автомобиль. Так, проехали здесь. А ты заметил, время исчезло, да? Таймер. А где таймер? Что-то я не понял. Без таймера едем? Так, здесь, наверняка надо ускориться немножко. Опа, все, и тормозим. Тихо. А-а-а! Так, нормально все. Так, куда типа меня... А-а-а! Там было с ускорением прыгать, нифига. Ребята, нифига себе. Сделали нам такую подляну, да? Разработчики. Так, здесь мы проезжаем, в принципе, нормально. Не будем слишком спешить. Здесь сейчас заворачиваем. Тихо. Нифига себе, чуть не упал. Да что ты будешь делать? Так, здесь проехали. И здесь у нас получается финиш, да? Финишка, ребята. Ну что, ускоряемся? А, еще не здесь финишка, вот здесь будет. После вот этой штуки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, как, что же делать? Нам нужно, наверное, ребята, сделать так. Вот эту штучку отодвинем. Просто... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прям по машинке. Так, мы сделали так. Убрали вот эту штуку. И сейчас будем разгоняться. С этого места. Тихо. Да куда ты? Тормозов у нее вообще нету, что ли? Я ж нажимал на тормоз. Ну как так? Так, ладно. А где там еще? Смотри, машинка, видишь, едет. Сейчас мы будем следить, как она... Можешь ее подтаранить? А, она прозрачная. Ладно, поехали. Она была прозрачной. Ну, понятно, ладно. Здесь, ребята, у нас времени нету, поэтому... Это так специально сделано. Так, вообще тормоза у меня работают, только они... Как-то не очень сбалансированы. Через вот эти шары я проезжаю нормально. Они мне ничего не дают. Никакого урона особого. Так, здесь мы... нам нужно быстренько проехать. Так, все, и на стопы. Тормозим, вот эту штуку убираем сразу. Сдаем назад аккуратно. О, теперь я буду аккуратненько ехать. И отсюда. Мы с вами, ребята, едем. Так, ускоряемся. Опа. Есть, финиш. Да, пролетели мы финиш, но вроде бы как финишировали, да? А, нет, миссия фейлит написано, да, как так? Ребята, я пролетел финиш, понимаешь? Я финиш пролетел, все было хорошо. Я слишком сильно ускорился, оказывается. Так, ладно. Да, реально невозможные трюки. Невозможные... Победить. Как вы, ребята, играли в эту игру или нет? Ай, нет, разбился опять. Да. Еще раз играем. Так, машинка. Отвали. Едет профессионал. Так, все. Сейчас мы должны проехать. Я уже не знаю, ребята. Ой-ой-ой-ой, тихо. Да как так? Опять упали мы, ё-моё. А если сделать, короче, когда ты заваливаешься, респаун? Вот смотри. А респаун так тебе и не работает, чтоб, знаешь, включался. Ладно, еще раз поедем. Последняя попытка, ребята. Я буду внимательно. Так, притормаживаем здесь. Так, проезжаем вот этот участок. Так, здесь можно сильно не гнать. Вот.
А вот здесь нужно немножечко поднажать, немножко только. Опа, все, тормозим, тормозим, тормозим. О, тихо, тихо, тормозим, тормозим, я сказал. Алло, куда ты упала? Ладно, еще раз я прокачу. Прокачусь уже еще раз. Потому что я уже понял, что делать можно, что делать нельзя. Но это не точно. Так, надо не спешить. Все дело в спешке, ребята. Хочется же выиграть побыстрее. А вот спешить не надо. Так, проехали мы этот участок. Так, здесь сильно ускоряться можно, не ускоряться. Проезжаем препятствия. Так, здесь же, что у нас здесь? Здесь тоже можно сильно не ускоряться, видишь? Хорошо. Так, убираем отсюда. Нет, мы здесь не проедем. Ну куда ты едешь, алло? Тут надо разгоняться все равно. Ты нифига ее. Подожди. Она что-то сумасшедшая какая-то стала машина. Так, давай. Ладно, поехали отсюда уже. А то нас кто-то там перегонит, обгонит. Посмотрим, как она будет ехать. Попал. Есть. Завершена миссия, ребята. Мы это сделали. Да, ну что ж, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до конца, поставь, пожалуйста, лайк. Я тебя очень прошу, это мне будет очень приятно. И если ты не подписан, подпишись, пожалуйста, на канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока, до новых встреч.